А теперь к светским новостям. Расставшись с мужем, Ольга Бузова решила кардинально поменять свою жизнь. Начала петь, покрасилась в брюнетку, а на днях она веселилась в объятиях танцующего миллионера. Что это, новый роман или Ольга просто пустилась во все тяжкие? Все узнал Сергей Гладун. Вопрос от блогера Ромы Желуди на одном из столичных мероприятий даже в ступор ставит. Кто такая Ольга Бузова? Ну как не знать Бузову? Даже развод телеведущей с футболистом Дмитрием Тарасовым обсуждает вся страна. Хотя Ольга держится молодцом. Я себя очень комфортно чувствую, меня не ломает, меня не трясет. Я себя люблю. Ну-ну, а кардинальная смена имиджа – это не ломка. Блондинка Бузова уже история. Я просто пришла и сказала своему парикмахеру Тане Романовой, мы красимся в шатенку. И она смотрит на меня и говорит, Оль, ты что, дура? Я говорю, нет, Тань, я больше не дура. Просто так не проходит семейная жизнь еще и с футболистом. Конечно, ей нужно было сбросить старую кожу, как, нет, змея – плохой пример, как кролику. Зима, она... Теперь пушистой обновленной Оле пора бы и о любви подумать. Как раз в Москву прилетает итальянский мачо Джанлука Вакки. Не присмотреться бы брошенке. Ты можешь говорить, как хочешь. Хочешь на русском? Говори. Мы все поймем. На английском? Пожалуйста. На итальянском? Я все спокойно переведу, что ты сказал. Джанлука – тот самый миллионер, который прославился в интернете зажигательными танцами на яхте. Русские девушки от него без ума. Сегодня я узнала, что он еще и миллионер. Это круто, когда человек не стесняется и показывает себя во всей красе, несмотря на свой статус. Его даже вызывают на танцевальный баттл. Русские красивые девочки. Слушайте, если честно, я думаю, у Джанлука вообще нет шансов. 100%. Никаких. Хотя никаких шансов нет у тех, кто на Джанлуку положил глаз. Ольга Бузова уже взяла его в оборот. Мы только что были вдвоем в ресторане. Она дала мне послушать ее песню, и я ее теперь постоянно напеваю. Из уха не выходит. Да-да, Ольга теперь певица. И вы только посмотрите, как, забравшись на стол, она поет для своего нового друга. Поддерживают такие люди, никакие проблемы, не важны. Ну вот скажи. Спасибо тебе. Твоя любовь в комплименте – это большое удовольствие для меня. Более того, за кулисами Ольга с Джанлукой уединяются и предаются романтике. Это лучший мужчина, которого я когда-либо видела в жизни. Он позитивный, солнечный, любит свою жизнь. Важно жить, наслаждаться ею, потому что наша жизнь – все, что есть у нас. Неужели любовь с первого взгляда? Точнее, в данном случае танца. Наверняка миллионер сыграет роль в клипе Бузовой на новую песню. А того и гляди, и в жизни след оставит. Хотя лучше – миллион евро. Сергей Гладун и Григорий Мачульский. Программа «В теме».